известного отца узнали все, и мне даже кажется, что образ, который создал на экране Марлон Брандо, он повлиял на Максима Ставиского. И ему удалось, в общем, повторить хотя бы прическу. Ребята так подошли друг к другу, даже странно. Я не думал, что эта пара сможет так соответствовать друг другу. Мне очень понравилась партнерша. Маргарита была великолепна.